Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 10 признаков того, что у вас кармические отношения. Если вы хотите узнать, состоите ли вы в кармических отношениях, давайте сначала разберемся, что это такое. Кармические отношения – это тип романтической связи, который часто характеризуется нестабильностью и дисбалансом динамики. Несмотря на то, что кармические отношения могут казаться захватывающими, страстными, а иногда даже открывать возможности для важных жизненных уроков, они также могут быть очень деструктивными. Причина этого кроется в том, что вас может необъяснимо тянуть к партнеру, из-за чего будет сложно предоставить ему или себе необходимое пространство. Далее мы с вами рассмотрим признаки кармических отношений. В кармических отношениях всегда присутствует конфликт. Практически все отношения переживают взлеты и падения, но в кармических связях эти колебания особенно сильны. Вы можете ощущать себя словно на американских горках, а общее чувство дисбаланса будет постоянным спутником. В таких отношениях сложно понять, куда они движутся, какова их цель. Вы можете постоянно терзаться сомнениями и задавать своему партнеру вопросы, на которые не всегда можете получить ответы. Второе. Признаки подозрительности. Кармические отношения, как правило, изобилуют тревожными сигналами, от контроля со стороны партнера до внезапных вспышек гнева. В таких отношениях люди часто проявляют свои худшие качества. Вам может быть сложно контролировать свои действия, и вы можете начать делать то, что вам не свойственно. Нестабильность и трудности в кармических отношениях нездоровы для обоих партнеров. Они создают зависимость, из которой бывает сложно выбраться. Третье. В кармических отношениях присутствует широкий спектр эмоций, а также сильная зависимость. На начальном этапе сближения с новым человеком вас может тянуть к нему настолько сильно, что вы с трудом будете готовы расстаться. Это чувство, скорее всего, будет взаимным. Если вы замечаете, что стали пренебрегать своим свободным временем и другими важными отношениями, чтобы постоянно находиться с этим человеком, это может быть уже тревожным звоночком. Далее, проблема в общении – бич кармических отношений. Эффективное общение – это краеугольный камень любых крепких отношений. Однако в кармических парах оно, как правило, хромает на обе ноги. Непонимание друг друга, неспособность конструктивно взаимодействовать станут вашими постоянными спутниками. Вы можете часами спорить по пустякам, так и не придя к компромиссу. В таких отношениях сложно разобраться в собственных чувствах и намерениях партнера. Сигналы, которые он посылает, кажутся вам загадочными и неоднозначными. Следующее – это споры в кармических отношениях и взрывоопасная смесь. Забудьте о фейерверках. Споры с этим человеком подобны взрыву атомной бомбы. Эти разногласия могут вспыхнуть внезапно, застигнув вас врасплох. Во время таких споров велика вероятность, что один или оба партнера перейдут грань дозволенного. Разногласия быстро перерастают в личные оскорбления и обиды. Споры между вами, скорее всего, будут беспорядочными и неконструктивными, не приведя к какому-либо результату. Не исключено, что один или оба из вас будут отрицать то, что было сказано ранее. Следующее – это разочарование и непонимание, верные спутники кармических отношений. Чувство разочарования, непонимание в отношениях – это верный признак того, что вы имеете дело с кармической связью. Дело в том, что кармические отношения редко бывают идеальными. Их цель – не безоблачное счастье, а рост и развитие, которое зачастую происходит через боль и испытания. Следующее – это внутренний дискомфорт в присутствии кармического партнера. Вам кажется, что ваш партнер неприятен другим людям. Это ощущение может быть интуитивным, необъяснимым. В его присутствии вам становится тяжело, вы чувствуете дискомфорт. С одной стороны, вам хочется разорвать эти отношения, вы понимаете, что это необходимо, а с другой стороны, вас удерживает какая-то неведомая сила. Следующее. Влияние кармических связей, как худшее, может проявиться. Взаимосвязь, именуемая кармической, способна проявить самые темные грани даже в самом уравновешенном человеке. Под влиянием вы можете стать неузнаваемой версией себя, чужой и даже отталкивающей. Неспособность извлечь уроки из нерешенных проблем прошлого может привести к серьезным трудностям в отношениях. Эти отношения истощают вас энергетически, умственно и эмоционально. Взаимоотношения со всеми их взлетами и падениями, непониманием, взаимосвязью могут быть истощающими как физически, так и эмоционально. Это особенно ощущается, когда вы находитесь рядом с партнером. Девятое. Вы чувствуете, что не можете оставить своего партнера.
Иногда, несмотря на то, что вы чувствуете, что пора расстаться, вас постоянно тянет к партнеру. Вы ищете оправдание его поведению, цепляетесь за иллюзию крепких отношений, хотя на самом деле уже давно пора двигаться дальше. И 10. Кармические отношения – уроки для души. Несмотря на то, что кармические отношения часто наполнены сложностями и болью, многие специалисты считают, что их истинная цель – это духовный рост и обучение. Они преподносят нам важные уроки, помогая исцелить прошлые обиды и паттерны поведения. Согласно теории кармических отношений, встреча двух людей в такой связи не случайна. Она предоставляет им шанс решить накопившиеся проблемы и кармические долги. В процессе партнеры могут сделать выбор – пройти через трудности, извлечь уроки и вырасти духовно, либо же разорвать связь, оставшись на прежнем уровне развития. А также мы с вами поговорим, как разорвать кармические отношения. Вообще, разрыв кармических отношений – это очень сложный процесс, который требует решимости и глубокой внутренней работы. Часто кармические отношения приносят повторяющиеся уроки и могут казаться бесконечными циклами драмы и переживаний. Если вы чувствуете, что пришло время освободиться от этих связей, следуйте следующим шагам. Первое – осознание и признание. Прежде всего, признайте кармическую природу отношений. Осознайте, что определенные уроки и повторяющиеся проблемы имеют место, чтобы вы могли их изучить. Второе – намерение измениться. Поставьте для себя четкое намерение избавиться от этой кармической связи. Ваши намерения должны быть сильными и чистыми. Третье – работа над прощением. Примиритесь с теми, кто вам навредил, простите себя за все ошибки. Прощение – это ключ к освобождению от кармических связей. Четвертое – медитация. Проводите время медитации, обдумывая ваши отношения и то, какие уроки они вам преподносят. Далее. Можно сделать обряды и ритуалы. Обязательно проведите ритуал очищения, который поможет вам устранить негативную энергетическую связь. Итак, вам нужно взять листок бумаги. Разделите его ручкой пополам. На одной половине напишите свое имя, на второй половине напишите имя своего партнера. Далее, листок нужно разрезать четко посередине, где вы расчертили ручкой. Когда вы разрезали бумагу, нужно сказать такие слова. «Силы высшие, вас прошу, дайте мне освобождение ключ. От связи кармических, от уз прошлых. Я освобождаюсь здесь и сейчас. Для души моей, для сердца свободы. Отпустите меня, отпустите их, чтобы вновь не встречаться. Я прощаю и отпускаю, печати прошлого ломаю. Путь к новой жизни открываю. Пусть уроки усвоены, пусть свобода будет дана. С этого момента я новая душа, с новой кармой и с новым планом». Говорим один раз. После как вы проговорили, нужно эти две половинки сжечь. И все. И именно такое действие поможет вам достаточно быстро решить кармические отношения. Также можно сделать и вторую практику – ритуал освобождения. Эту практику нужно проводить в течение 3 дней. Покупаем любую свечу. Вечером зажигаем ее. И пока она будет гореть, нужно сказать такие слова. Силы высшие, к вам я обращаюсь. От кармы старой освобождаюсь. Пусть уроки усвоены буду. Пусть наши пути расходятся. Связь наша растворится. Прощаю себя, прощаю тебя. За свободу новую и путь светлый благодарю. Пусть будет так. Сказать нужно 3 раза. Далее пусть ваша свечка немножко погорит, потом ее затушите. Оставьте ее на следующий день. И вот такую практику нужно делать 3 дня подряд. Все. И именно после этой практики вы будете чувствовать новую энергию. И именно эта энергия будет вас направлять и давать нужный настрой на то, чтобы вы могли разорвать кармические отношения. Разорвать такие отношения, конечно, это непростое дело, но все же это можно. И вот следуя определенным шагам и ритуалам, вы не только освободите свою душу от прошлых привязанностей, но и вы также откроете дверь для новых, здоровых и поддерживающих отношений и возможностей в вашей жизни.